Батюшки, Господи, разлегся. Батюшки святые, батюшки святые, она и родинка. Вы что, из милиции? Как у вас насчет этой убийцы? Нашли? Нет. Это только подозреваемая. Я ведь сама ее видела. А во что она была одета? Пиджачок коричневый, а пуговички такие перламутровые. Даже одна была оторвана, потому что дочка Катькина чуть ее не проглотила. А и где же вы ее видели? Я поднимаюсь по лестнице, она меня спрашивает, где, вернее, на каком этаже 28-я квартира. Угу. Беатки Бустровой. Угу. Значит, и в первый раз. Ну, я, конечно, и сказала ей. Угу. Ну, поймите, ну откуда я знала? Я могла разве догадаться, что она приговорить ее хотела? Ну, из чего же вы взяли, что она намеревалась убить Быстрова? С чего я взяла? Так я ж сама слышала. Что, прям так и слышали? Я тебя хочу убить? Да нет, может, там она что-то другое говорила. Вот только это я сама слышала, потому что я в аккурат стояла возле самой двери. 28-й. Интересно. И как же вы там оказались? А? Шла я из универсаму. Руки сумками оборвала, лифтов-то у нас в доме не имеется. Вот и решила постоять, дух перевести. Без материнского благословения не дождешься. Угрожаешь? Да я тебя до этого просто жалела. Сегодня же велю, чтобы он ко мне перебрался с вещами. Смотри, только посмей. А что ты мне сделаешь? Благословения мне твоего не надо. Денег мне твоих не надо. Я тебя убью. О, Господи. Только знаете, у нас в подъезде собак-то сроду не было. Угу. Тогда откуда же взялась собачка? Ну, ясное дело. Сама старая и привела. Ну, куда ты полезла? Кать. О, вот это Катька. Она потом тоже стирать, видела этого, да? Убийцу. Да? Да. А мама стирать должна. Кать! Кать! А ну давай, беги сюда. Давай, иди сюда. Играй. Играй. Посмотри-ка, что у нас есть. Здрасте. Здрасте. Ишь. У меня свекровь тоже. Только и отдушина была с Биаткой им кости помыть. Вы дружили с Биатой, да? У меня моя злые дня, у нее своя. Только у нее хуже, убийца. Я-то про свою потом узнала после свадьбы. А до этого она шелковая была. Катенька, детонька, кушайте вареньице, или вам не нравится наше угощеньице? Куда полезла? Экстрима захотелось. Чем баремба? Слезай. Ой, Господи, да что ж ты? Ну-ка, давай, давай. Опа! Давай. Так. Дети! Зря вы это сюсюкаетесь. Я ее самостоятельности учу, чтоб не ложалась. Пускай все сама. А эта Биатку сразу не взлюбила. Вцепилась своего сыночка мертвой хваткой. Вот обернулась как. А скажите, сумочку тоже вы нашли? Mm-mm. Я. Вы, да? Ну, сумки она, видимо, не сразу хватилась. Потому что у Зойки хотела купить телепрограмму. У какой Зойки?
Ну, тут за углом точка у нее. Вон там, там. Газеты толкают. Так мне Зойка потом рассказывала, что эта полоумная свекровушка подбежала к ней и говорит: программку дайте. После убийства дайте программу? Зойка рассказывала, она оперлась своими лопищами о прилавок, а ногти такие красные, как будто она их только что в кровищу окунала. Зойка поднялась, чтобы дать ей журнал. Она как перевернет все, весь товар на дорогу шмякнулся. Зойка ей: давай поднимай, кто теперь все это оплатит. А она ищет дуру, еще как нарочно своими каблучищами по газетам прошлась. Боже мой, вот люди пошли, батюшки свет. Знаете что, Нора? За общение с таким контингентом мне полагается какой-нибудь бонус. Нора, вы здесь? Подожди, не входи пока. Хорошо. Вань, ты будешь есть? Я супчик приготовила. Как мило, Люси. А может, ты останешься у нас навсегда, а? Ой, Вань, мама уже весь телефон оборвала. Умоляет вернуться назад. Но я из принципа не вернусь. Может, не стоит так категорично? Максиму обещали, что если он это дело быстро раскроет, то объявят благодарность и дадут квартиру. Угу. Мы сможем пожениться. Ага. Значит, он заинтересован в скорейшем закрытии дела Сони. Ваня, подойди. Иду! Иду. Соня? А что, вас уже отпустили? Нора! Что, Нора? Вот эту вот всю фигню можно купить в любом театральном салоне. А, вы хотели сыграть Соню, да? Я не хотела сыграть, а убийца хотел. Извините. Да, 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 Кока. Извините, Лёка. Ваняша, приезжай скорее. Да, только не говори Николете, что это я тебя позвала. Как Николете плохо? А что с ней? Да подождите вы минуточку. Это она вам говорит, что ей плохо, или на самом деле плохо? Она вообще ничего не говорит? Похоже, дело серьезное. Мама! Вава! Вавочка, мы зашли за ней, чтобы идти на йогу, а она... Если бы смерть торопилась так же, как ты, Вава... Что? Люди жили бы вечно. Что с тобой, мама? Я безнадежно больна. Чем? Любовью. Приехал! Проходите. Это он. Кто? Это мой Евгений. Он почувствовал, что я ему необходима. Вава, дай мне, пожалуйста, духи. Как я выгляжу? Нормально для безнадежно больного человека. Это он. Он вернулся. Дорогая, это скорая? Какая скорая? Я вызвала скорую. Ты что, с ума сошла? Я что, больная, что ли? Так... Да, есть запашок, есть. Да, действительно, кое-чем попахивает. А это мои духи? О, если бы. Попахивает ложным вызовом. Как вы смеете? У меня так пульса нет, и сердце колотится. Знаете, а где-то вот из-за таких, как вы, сердечник загибается. Хам. Хам. Ну, тогда промыванница. Пойдем. Так, все ясно? Приготовились? Пойдем. Вы не имеете права! Вы не имеете права! Это нарушение прав человека! Вы не имеете права! Вы не имеете права! Здравствуйте, Иван. Аня, ну как вы узнали мой номер? Проще простого. Помните, я с вашего телефона звонила Пашке Фаготисту? Вот у него остался ваш номер. Иван, мне необходима ваша помощь. Я составляю новую программу и очень хочу, чтобы вы послушали одну мелодию. Молодой человек, вы будете что-нибудь брать или будете разговаривать? Извините.
Алло, Иван, вы меня слышите? Да, Аня, слышу, слышу. Да? Вы знаете, Аня, я не знаю, что сказать. Я давно не слышал такой музыки. Иван, вы мне очень помогли. Спасибо. Большое спасибо, это был очень важный для меня звонок. Пожалуйста. Алло, Аня? Алло, Вава, как ты мог меня бросить с этими садистами-врачами? Мама, но у меня дела. Ну, конечно, у тебя нет времени на свою старую мать. Кстати, Вава, мне нужны деньги. Но я же тебе 3 дня назад дал. Я прекрасно помню, сколько ты мне дал. И если бы я сегодня умерла, мне бы, конечно, хватило. Но я не умерла. Извини меня, пожалуйста, за это. А для поддержания жизни мне нужны средства. Конечно, мама, я завезу. Спасибо. Итак, вернемся к нашим баранам. Ну, вообще-то это рыба. Да что ты. Ты нас не путай, милая моя, мы сами запутаемся. Положить? Угу. Значит, у нас есть 4 причины, по которым Соня не могла выскочить из подъезда. Первое. Лак на ногтях. У нее аллергия была на все виды лака. Наверное, можно взять выписку из медицинской карты. Умно. Одобряю. Второе. Телевизионная программа. Ну, вот и я подумал. Странно, не могла же Соня сразу же после убийства пойти и хладнокровно купить программу? Убийство тут вообще ни при чем. Соня никогда не смотрела телевизор. В принципе, в отличие от некоторых. Нужно опросить всех соседей и друзей. Да что ты, умница. Много умных за столом. И третье, пиджак. Что пиджак? У Сони действительно был замшевый пиджак. Я ей привезла из Венгрии. Какие пуговицы были на пиджаке? Соседи сказали, что перламутровые. Перламутровые? А на том пиджаке были обтянутые кожей. Здорово. Да? Что думаешь, сейчас тебе с твоим милиционером обломится квартирка? Не надейся. Да ладно, не дрейфь. Если выяснится, что это не Соня, я подарю вам квартиру. Все равно от Николаша осталось. Меня, между прочим, другое настораживает. Улик слишком много. Подозрительно много. Как будто бы Соня, если бы это была она. Я говорю, если бы. Так вот, как будто бы Соня нарочно оставляла после себя разбросанные вещи. У Мамонтовой, у Зои, у водителя такси. Ну, и что? Что? Что из этого следует? Что следует? Что надо делать, говорю? А что делать? Ехать туда, на квартиру. Да нет. Что нет? Николаша меня слушать не будет, он не станет со мной разговаривать. Ты что, не можешь ногой в дверь ударить? А? Можешь или нет? А если он милицию вызовет? Милицию он вызовет. Милиция раньше, чем через час, у нас не приезжает. И потом, мальчик мой, ты борешься за справедливость. Не забывай. Ну что ж такое? Кто там ломится? Извините! Я милицию вызову! Николай! Мне очень нужен этот пиджак, Николай! Да, давай, давай, дожимай его. Что это получается? Мы не спим, а он должен, да? Ты, главное, отомсти ему за все. Ага. Николай!
Ника! На, носи. Можешь не возвращать. Made in Hungary. Да, действительно, перламутровые. И новый. Николай. 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 Всего на одну минуточку. Прошу тебя, это очень важно, Николай. Да что вы все ходите? Что вы все спрашиваете? Неужели непонятно, что я хочу все это забыть побыстрее? Николай, не сердись. Я тебя понимаю. Но и ты пойми Нору. Ведь она очень любит твою мать. И ей действительно очень важно знать, зачем она поменяла пуговицы. Она же поменяла. А? Поменяла. Это родители ее ученика поменяли. Натаскивала одного по литературе. А у них дома такса. Она сгрызла. Пиджаку 100 лет в обед. Таких не найти. Ну и мать паренька пришила, какие были. Ну, а моей все равно. Лишь бы подходили по цвету. Вот и вся история. Ну вот. Вот все и выяснилось. Николай, а как ты думаешь, кто-то еще имел доступ к документам и вещам твоей матери, а? Ты про пуговицы узнал? Да. Ну что ты еще у меня спросишь? Я ли убил Кеннеди? Ну что ты все ходишь-то? Ты меня в сообщники-то не записывай. Вали отсюда! Давай! Там, где она есть, там ей место! Вали! Вали отсюда! Давай, давай! Ты чего? Ну, ты вот не хотела я тебя пускать! И не надо было! Дверь закрой! Оставь моего сына в покое, негодяйка! Как это оставь в покое? Твой сын теперь мой муж. Ты забыла? Он меня выбрал. Не смей мне тыкать, мерзавка. Чего ты к нам привязалась? Тебе не место в нашей семье. В какой? В вашей семье. Теперь я его семья. И ты ничего с этим не сделаешь. Он женился на тебе без моего материнского благословения. И я этого так не оставлю. Ты угрожаешь мне? Да я тебя до этого просто жалела. Сегодня же скажу Хорхе, чтобы он больше с тобой не виделся. Только посмей. И что ты нам сделаешь, негодяйка? Будешь мучить сына, пока он не выгонит тебя? Да я убью тебя! Рика! Рика, сиди! Люси! О, господи! Элен, любовь моя, что здесь происходит? Ты одна? Мерзавка! А кто у меня может быть? Да как ты смеешь? Ну, мне показалось, у тебя тут собака лаяла. Это в телевизоре. Понимаешь, просто Элеонора не разрешает мне смотреть сериалы. Говорит, что они отупляют. А я тихонечко днем записываю. И когда она вечером ложится спать, я смотрю. Послушай, Люси, а у тебя есть телевизионная программа? Да. А зачем тебе? Ты же не смотришь телевизор. Это может помочь Соне. Посмотри, пожалуйста, что было во вторник вечером в этом сериале. Массандра приходит к Элен, требует, чтобы она бросила ее сына. Угрожает убить ее. Когда Массандра нацеливает на Элен пистолет Андре, на Лайрика в комнату входит Хорхе. Гениально. Спасибо. Вань, тебе же никогда не нравились мелодрамы.
Мне не нравится, когда незаслуженно обвиняют людей. Пожалуйста, прошу вас. Молодец, Подушкин. Ну, если бы не Люси. Да. Это дурище смотрит бразильские сериалы. Ну, впрочем, ты знаешь, это все выеденного яйца не стоит. Иди, пожалуйста, спать. Ну, почему? Потому что мы не сможем доказать, что Беата смотрела сериалы и записывала их на кассеты. Ну, надо найти кассету. Я найду. Да что ты? А что, у нас проснулся азарт, что ли? Нет, ну что, какой там азарт? Да? Да. А хочешь проснется? Если докажешь, что Соня невиновна, и ее выпустят из тюрьмы... То? БМВ, на котором ты ездишь, дарю тебе. Эй, ты что? Давай назад! Да. Алло, Подушкин? Да. Нора, мне сейчас неудобно говорить. Ай-яй-яй, ему неудобно, бедный мой мальчик. Это мне неудобно. Потому что я только что говорила с Соловьёвой, с твоей, со скрипачкой. Она очень удивлена, почему ее дела двигаются так медленно. Да. Кто? Вот именно кто. Скрипачка. Она очень беспокоится, что решение по ее вопросу двигается медленно. И, судя по твоему кто, беспокойство ее обосновано. Знаешь что, я понимаю, что сыщикам быть гораздо интереснее, но о своих прямых обязанностях тоже не надо забывать. Хорошо? Хорошо. Вот так. Пока. Расставание во мгле. Расставание во мгле. Без моего благословения? Угрожаешь? Да я тебя до этого просто жалела. Сегодня же велю, чтобы он ко мне перебрался с вещами. Только посмей! А что ты мне сделаешь? Благословения мне твоего не надо, денег твоих мне не надо. Оставь моего сына в покое. Я убью тебя. Элен, любовь моя, что здесь происходит? Элен! Интересное кино. А если я милицию вызову? Здрасте. Вы, конечно, меня не знаете. Сидите. Но... Первый раз вижу. Я хозяйка этой квартиры. Да, а я думал, это Беатина квартира. Я тебе сказала, сиди. Она снимала у меня. А ты кто такой? Я? Я брат. Брат? Да, двоюродный. Сидеть. Родственничек, значит, да? Да. Что-то она мне про тебя ничего не рассказывала. Ты как сюда попал, родственничек? Так я это, через дверь зашел. Она открыта была. Вот. А печать сорвана. Кстати, вы знаете, вам нужен замок сменить. Да. Замок? Да подождите! Да подождите вы! Куда? Да подождите! Да куда? Милиция? Ну подождите, ну же! Милиция? Ну не надо милицию! Пожалуйста, ну. Приезжайте мне в ну я же ничего не взял! Я же не взял ничего! А быстрее вы приехать не можете! Ну, не надо. Ну, я... ну, что? Он ломится в дверь, как танк! Что же вы делаете-то? Спасибо, я жду. Ей-богу. Лера? 8-916. Thank you.
Алло, Нора. Кассета у меня. Только она немного испорчена. Отдайте катушку. Вот. Главное, что пленка у нас. Теперь мы сможем доказать, что Соня не угрожала Беате. Вот. Угу. Ну, а кассету можно восстановить. Я ее Максиму отдам. Он сможет. Ну-ну. Да! Кстати, квартира не принадлежала Беате. Да что вы говорите? Да, она ее снимала. Угу. А что мы еще знаем про Беату? Да практически ничего. А, вот. Есть еще телефон некой Леры. Что за Лера? Ты звонил по этому телефону? Да, звонил. Телефон заблокирован. О, это ценное сведение. Спасибо. Вань, иди-ка ты на кладбище. Ку? На похороны Беаты. Познакомься там с ее окружением. И память почтить надо, несчастный. А за Соловьева вы не волнуйтесь, я во всем разберусь. А я разве волнуюсь, Вань? Чем мне волноваться-то? Я 50 штук отдам, и все, все волнения позади. А вот ты что-то совсем занервничал. Успокой руки-то. Что, влюбился, да? Опять? Обязательно переходить на личности? Мои соболезнования, Николай. Не нуждаюсь. Я опоздал, все уже ушли. А кто тебе нужен-то? А Лера была? Что? Катись отсюда! Лера тебе нужна! Что ты ко мне лезешь, а? Что тебе все, надо все, от меня? Все, все, вали отсюда! Успокойтесь, успокойтесь. Пошли, Вань. Пошли. Максим, ты как здесь? А вы знаете его? Вы заодно, что ли? Что вы лезете? Это мое дело, понятно? Все. Пошли. Что за два дня уже успел достать Чуева. Ну, не рассказывай, не рассказывай. Тайна следствия, Вань, да? Все равно идем мы с вами одной тропинкой. А как далеко в расследование зашли вы с Норой? Достаточно далеко. А спорим, я первый раскрою дело Быстровой. Как? Да неужели ты еще не раскрыл его, а? С таким-то количеством неопровержимых улик. Эх, Подушкин, Подушкин, не Достоевский ты. Азарт в тебе не на грош. Это во мне не на грош? Да. А спорим вот на этот автомобиль, что я первым дело Чуевой раскрою. А он твой? Раскрою, будет мой. То есть, подожди, как получается? Если ты раскроешь, ты мне его отдавать не должен. А если я раскрою, у тебя его не будет, да? А я его выкуплю. Из зарплаты вычту. Хорошо. А я что ставлю? Ты. А если проиграешь ты, то у меня будет допуск ко всем вашим архивам. Согласен? Все-таки решил детективы писать. Ну что ж, Подушкин, дело прибыльное. Вперед. Макс. Ой, Люсенька, что случилось? Так. Это нечестное пари. Какое пари, Люсь? Так, все, хватит. Иван мне все рассказал. У тебя, между прочим, на вооружении все Министерство внутренних дел. А он один. Он абсолютно один. Между прочим, я его не заставлял. Это он предложил. Ты должен был его остановить. Люсь, но неужели ты не хочешь въехать в новую квартиру на новом BMW зеленого цвета? Но только не такой ценой.
Отмени пари. Мужчины пари не отменяют. Ах, так, да? Да, вот так. Макс. Максим Иванович, можно вас на минутку? Да. Я сейчас вернусь. Стой здесь. Слушай, это Люси Золото. Угу. А жаль, что она выходит замуж за Максима Дурака. Вы предпочитаете, чтобы она вечно оставалась вашей кухаркой? Не-а, я вечно не проживу. Слушай, женился бы ты на ней, а? Опять? Обязательно переходить на личности? С утра? Ой, да. Будем говорить о делах. Хорошо. Хорошо, о делах так о делах. Значит, если убийца Беаты переоделся в Соню, значит, он хотел подставить Соню. Следовательно, искать надо среди врагов Сони. Ага. Если убийца Беаты переоделся в Соню, значит, он знал, что Соня ненавидит Беату. Следовательно, искать нужно среди врагов Беаты. А у Беаты в квартире на стене было два телефона. Жениха Николаши... И этой, как ее, Леры. Леры. Это как ее Лера, а вот эта Лера может пролить свет на многое. Между... Извините. Алло. Это Люси. Скажи Люси, что пончики чудо. Пончики ч... Что? Лера, родная сестра Беаты? Ну, ничего себе. Да, сейчас. Да-да-да. Сейчас запишу, ага. Сейчас. Так. Ага. Ага, сейчас. Так, пишу. Тенистая, дом 3, квартира 5. Слушай, как тебе удалось, а? А, понял. Все, пока. Люси стащила адрес из папки в кабинете Макса. Ну, я же тебе говорю, что она золото. Ну и какой пари? Максик, ты меня прости, пожалуйста. Я больше не буду на тебя кричать, правда? Люська. Ну, я тебе не буду мешать. Ты работай, ладно? Люсь. Ну, все, пока. Здрасте. А что это вы там, молодой человек, топчетесь, а? А мне нужно зайти, а тут дверь закрыта. Ой, какая красивая кошечка у вас. Это кот. Да? А зачем это вам туда? А мне надо в 5-ю квартиру попасть. Я из благотворительного фонда милосердия. Вот. А вы к Есиным? Да. Да нечего ей помогать. Это не ее дочь, а ее племянница. Дочка ее старшей сестры. Беаты? Да, еще одна непутевая, прости меня, Господи. Убили ее недавно. Ой, она все замуж хотела выйти. А мужчинам, знаете, чужие дети не нужны. Вот она время от времени и прятала дочку у сестры. А вы знаете что? Я бы в нашем месте забрала бы бедного ребенка от этой Леры. И отдала бы его в хорошие руки, приютила. Вот тогда бы это и было благое дело. Так я, собственно, за этим и пришел. Ну и хорошо, ладно. А что, Лера плохо обращается с девочкой? Да никак она не обращается. Отведет девочку к бабке одной, а сама всю ночь куролесит, да водку дурной компании пьет. А бабка-то сама на ладан дышит. Не погулять с ребенком, не в познавательные игры сыграть. Ничего. Так что? А вы что, хотите ей денег дать, что ли? Ну, вот теперь после этих сведений ситуация изменилась. Вы знаете, я из-за этого и пришел. Моя работа – проверять кандидатов для оказания помощи. Ну, пойдемте посмотрим. Пойдемте.
Ты мой хороший, сиди, мой сладкий, сиди. Хорошо, хорошо. Сиди, мой хороший, не бойся, не бойся. Так, ну-ка сейчас я, попробую. Опять шляется. Угу. А вы адрес этой бабушки не знаете, куда Лера девочку отводит? А на кой мне надо? Да, ну что ж, придется еще раз наведаться. Спасибо. Ой, знаете что, подождите. А ваш фонд, он на котов деньги дает? У меня же, знаете, какой ценный кот? Такой талантливый, у него же музыкальное дарование. Такой одаренный. Да? Да вон у соседей спросите, он так мяучит. У нас это направление пока находится в стадии разработки. Ну, если что, так к нам, к первым. Обязательно. Договорились. Ну, хорошо. До свидания. До свидания. Пойдем, мальчик, пойдем. Да? Алло, Вава. Ты совершенно не принимаешь участия в моей судьбе. Мама, у тебя опять кончились деньги? Нет. Мне нужно платье для свадьбы. А у кого свадьба? У меня. Что? Я немедленно еду, мама. Вавочка, здравствуй, дорогой. Здравствуйте. Присоединяйся к нашему празднику. Евгений. Иван. Палыч. Вава, посмотри, какие потрясающие лилии принес Евгений. Мама, у тебя же аллергия на лилии. Ну, что ты такое придумал? Лилии – это мои любимые цветы. Будь здоров, дорогая. Евгений, он такой трогательный. Он не сразу мне признался в любви. Все звонил по телефону и молчал. Такой милый. А может быть, у тебя сломан телефон? Надо вызвать мастера. Ты знаешь, есть несколько практических вопросов, и я очень надеюсь, что их решение ты возьмешь на себя. Да? Ну и какие же это вопросы? Ну, во-первых, я хочу, чтобы все умерли от зависти. Особенно Кока и Лёка. А с кем же ты будешь ходить на йогу? Поэтому наша свадьба должна быть в Черноморске. Ну, конечно, в самом дорогом ресторане города. Второе. Я хотела бы обсудить с тобой наше свадебное путешествие. У меня вопрос. Не будет ли Евгений после свадьбы настаивать на том, чтобы я называл его папой? Вава, это моветон. Так, я все понял. Надо идти. Проводи меня, пожалуйста. До свидания, Евгений. До свидания. Я буду через минуту, милый. Видишь, как он разволновался, мой мальчик. Но это он от радости за нас. Хорошо, дорогая. Мама. Что? Мама, неужели ты не понимаешь? Это же просто брачный аферист. Вам, ты что, ревнуешь, что ли? Я не хочу, чтобы ты потом страдала. А, ты хочешь, чтобы я страдала прямо сейчас? Ему ничего от меня не нужно, только любовь. Потом у него уже есть машина. Алло. Скажи, пожалуйста, а ты не можешь по номеру автомобиля установить имя его владельца? Могу. Ага. А навести о нем справки? Ну, скажем, не числится ли чего-нибудь по вашей части за ним? Легко могу. Если для дела надо, то... Для дела, для дела. Только давай так. Я помогаю тебе, ты помогаешь мне. Я тебе сливаю информацию о владельце машины. А ты мне рассказываешь все о бриллиантах быстрого. Идет? Да нет, ты знаешь, это я так, чисто теоретически спрашиваю. Макс все знает. Если бы он знал все, Соня была бы уже на свободе. Он все знает про серьги. Он знает, что они были у Беаты. И уж тем более знает, что с места преступления их стащили мы. А точнее, непосредственно конкретно я. Поэтому у тебя такой обезумевший вид. А если он сделает обыск? Что ты боишься? Серьги я возьму на себя. Ты лучше отправляйся к владельцу скрипки. Владельцу чего? Скрипки. Скрипки, которую я покупаю для твоей Соловьевой Паганини. А? А ты, Ваня, стал очень рассеянным, потому что влюбился. Влюбился? Но не я. А кто? Николета. Замуж выходит. Ну, а что тут такого? Она хочет еще одного сыночка. Это ваш официант Евгений. Я не поняла, что ты имеешь против официанта? Ничего я не имею против официантов. Пускай хоть мусорщиком будет. Главное, что он хочет ее использовать. Ванечка, мы все используем друг друга. Ясно? Ясно.
А ты что, извини, пожалуйста, не хочешь сбыть Николетту с рук? Пока что она меня сбывает с рук. Ревнуем? И вы туда же. Я думал, вы хоть немножко умнее Николеты. Да ну что ты, разве кто-то может сравниться с Николеттой в вопросах любви и ревности? Что ты? Собирайте вот свои пазлы лучше, собирайте. А вы кофе свой пейте. Угу, буду. Позвольте. Вот. Это самое дорогое, что у меня есть. Какое чудо. Чудо, да. Какое чудо. И вот посмотрите документы. Это моя единственная любовь. Тогда почему же вы ее продаете? Молодой человек, а вы когда-нибудь испытывали острую нужду в деньгах? Да и для Аланты будет полезно, если она побудет в таких талантливых руках, как у Ани. Простите, Аланта — это... Это скрипка. В древности всем великим инструментам давали собственные имена, как людям. Вот и у Аланты собственное имя. Ну что ж, я поздравляю, инструмент подлинный, документы в порядке. Вы знаете... Мне нужно будет какое-то время для того, чтобы уладить все формальности. Ничего, я подожду. Спасибо.